Денис, какова твоя мотивация? Что движет тобой, что помогает добиваться успехов? Хороший вопрос, да, меня часто спрашивают про мотивацию, это достаточно популярный вопрос. Я сам иногда, если вы видели, у меня есть свой канал, я интервью беру американских там атлетов в моей дисциплине, пытаюсь выведать у них их секреты подготовки, ну, в том числе вопросы про мотивацию задаю. Что является моей мотивацией? Ну, наверное, это просто такая черта моей личности. Для меня не является мотивацией, например, какой-то человек или личность, или, не знаю, что-то еще, когда вот я смотрю на кого-то и думаю, блин, он меня так мотивирует, то есть... Прям безумно, мне хочется пахать и работать. Нет, такого нет. Бывает, конечно, я смотрю перед тренировкой просто мотивационные ролики, где большие бодибилдеры поднимают большие веса, думаю, вот это зверюги. И иду в зал, у меня как-то тоже получается что-то там поднимать. Вот. Для меня мотивация является просто, ну, как бы это ни показалось, может быть, правильно или неправильно, желание стать первым. Да? Вот у меня так случилось, что я стал первым в России, кто прокарту получил. У меня же есть желание стать первым в России, кто получит квалификацию на Олимпию и выступить там, вот именно в дисциплине Men's Physique. Вот это, наверное, является моей мотивацией. Безусловно, я могу сказать, что это достаточно сложнее, чем мне казалось на первый взгляд. Да? Потому что, чтобы получить квалификацию, это нужно выиграть на профессиональном турнире. А выиграть на про-турнире – это крайне-крайне нелегко, потому что конкуренция высокая, очень, скажем так, много заинтересованных людей там находится. Да? То есть кто-то там продвигает своих спортсменов там, и так далее. Ну, в общем, это вся такая кухня внутренняя. Поэтому все хотят быть чемпионами, все хотят побеждать, но вот моей мотивацией является то, что я хочу быть первым именно в своем деле вот в России, скажем так. Может быть, для кого-то это неправильным покажется, что, ну, для меня вот кажется, что это именно должно быть так. Вот. Иногда приходится вешать на холодильник какую-нибудь фотографию действительно хорошего качественного атлета, когда сидишь на диете, и уже сложно ее держать, приходится смотреть на эту фотографию и говорить, ну он же как-то смог, значит, ты и сможешь. Спасибо. Денис, тогда еще один вопрос. Я не знаю, тут тоже немного касается мотивации. Вот ты сейчас разговаривал, ты коснулся вопроса команды, да? То есть там спонсоры продвигают, двигают. Как это вообще там дело обстоит? Просто сейчас я как бы сталкиваюсь очень часто, ну как бы организуются какие-то определенные лобби. Да, то есть есть тренера, которые... Ну, как бы тянут своих спортсменов в судействе, но я думаю, для тебя тоже не секрет, да? Как с этим дело обстоит и действительно ли помогал ли тебе кто-то или нет? Вот именно в своем продвижении и на про-сцене, и на сцене любительской. Mm-hmm. Ну, на про-сцене мне, безусловно, никто помочь не может, потому что я выступаю в Америке, там у меня таких знакомых нет. На любителях, ну, не то, что мне помогал, это, безусловно, мой тренер, это Дмитрий Ишанькин, он... Под судьям, конечно, никого не ходил, ничего не просил. Вот, но просто когда ты выходишь и объявляют там Гусев Денис, тренер Дмитрий Ишанькин. Это всегда как-то притягивает взгляд, это как все равно, что если человек выходит и говорит, тренер Александр Вишневский, например, да, и все сразу судивал Вишневский. Ну, просто за кого попало он не возьмется, и они, может быть, более внимательно на это смотрят. Как обстоят дела? Ну, вот я рассказываю случай просто из моей жизни. У меня был еще американский тренер, я в какой-то момент решил проэкспериментировать. То есть подумал тоже, ну-ка заплачу денег, найму себе американского тренера, поеду на те соревнования, где он ездит обычно, и может быть он мне поможет, там слово за меня замолвит и так далее. Тренера зовут Ким Одда, такой очень популярный тренер на западном побережье США. Почему я иногда говорю западное, восточное, потому что там реально все делят. Там центральное, северное, южное, западное, восточное. И, например, есть спортсмены, ну так на самом деле в большинстве бывает, что которые ездят только на турниры в своей части Америки. Они как-то там оккупировали или это поделили, я не знаю. В общем, смысл был в том, что я приезжаю на турнир, мой тренер приезжает, там, ну я с ним общаюсь, там, он говорит, ну это так, это сяк, как бы. Но ничего на самом деле он там такого интересного мне не рассказал. Ну, я говорю, посмотрите на мое позирование, да, ну, окей, хорошо, говорю, давай сейчас тут митинг закончится, и пойдем в номер поднимемся, и ты мне покажешь позирование, ну, окей, хорошо. Я поднимаюсь в номер, открываю дверь, и я просто обмлеваю. Оказывается, мой тренер живет с главным судьей в одном номере. Я так думаю, ни хрена себе, как это может быть тренер с главным судьей в одном номере? У тренера же там подопечные, любители, профессионалы, ну, ладно. Он говорит, о, привет, знакомься, это там главный судья такой-то, ну, ладно, здрасте, здрасте. Посмотрел позирование. Я выхожу из номера, и тут я вообще дар речи потерял. Стоит 10 человек в очереди, типа к этому тренеру, из любителей. Там не было профессионалов, любители стоят. То есть я выхожу и понимаю, а что эти любители стоят в номер, там, где, блин, главный судья находится. То есть к чему бы это, да?
Тут, я думаю, многие начинают догадываться, что что-то там не так, да, то есть, ну, не бывает так, чтобы главный судья до турнира отсмотрел всех спортсменов, это же неправильно. А те, кто не попал, соответственно, их не посмотрели еще. Вот отсюда и бывает, что потом бац, и ты оказываешься, что твое место какое-то непонятное, либо ты смотришь на призовую тройку, а там люди, которые заняли места, они вообще непонятно, как там оказались. Еще один пример привяжу, один из турниров. Объявляют тройку, я смотрю, второе место парень классный, третье место парень классный, и бац, первый, который вообще никак не влезает туда. Огромная широкая талия, ну, просушен нормально, но не лучше, чем все остальные. Я удивился, думаю, ну странно, не могут быть такие критерии под первое место. И на следующий день, точнее я возвращаюсь в Москву, через день открываю сайт bodybuilding.com и на главной странице весь постер такой огроменный. Поздравляем нашего спортсмена с получением квалификации на Олимпии, желаем ему успешного выступления. То есть получается, а до этого про этого спортсмена на этом сайте ничего не было написано. То есть они заключили с ним за неделю до этого турнира контракт, помогли ему выиграть и вывесили. Наши спортсмены получают квалификацию на Олимпию, желаем им успеха. Понимаете, то есть такое продвижение. И вот отсюда приходится думать, блин, а как же там все устроено, да, то есть как тогда пробиться, там, кому денег заплатить, да, и сколько заплатить, чтобы попасть. Это не всегда бывает, бывает, что действительно первые места достойные ребята занимают, то есть вопросов нет. Но бывает и такое, что прям откровенно видно, что кого-то протаскивают, кого-то задвигают. Вот как со мной на Нью-Йорке, хорошая форма, но 38 место. С чего бы это вообще как? Мы с Димой Шанькиным начинаем обсуждать, он посмотрел все фотографии, говорит, да не может быть. Я даже интервью давал, там просто такой парадокс вышел. Я когда мое место объявили, как бы я понял, что не попадает, я просто подумал, что у меня была плохая форма. Ну, то есть все красивые, все классные, подготовленные. Думаю, ну, не в форме попал, ну ладно. Тут я спускаюсь со сцены, ко мне начинают американцы подходить, говорят, мы не понимаем, что за результат, почему тебя так засунули. Я думаю, ну ладно, ладно. Выхожу на парковку, и по мне подходят два таких афроамериканца, знаете, из Бруклина, с такими спущенными штанами, майки в цепях такие, с брюликами такие. Я думаю, сейчас что-то в разборке начнутся. Они подходят, говорят, слушай, чувак, ты из России, говорит, мы видели тебя на сцене, говорит, ты ядерный заряженный был. Он говорит, но тебя засудили жестко, говорит, ты вообще, говорит, в пятерке должен был. То есть это люди просто ко мне со стороны подошли, которых я знать не знаю, и мне сказали об этом. Мы с Димой пообщались, он говорит, слушай, ну, говорит, если форма хорошая, то просто могли сделать так, чтобы тебя не сравнивать с топами, тебя задвигают просто в последний кувалок, и все, тебя даже никто не видит, и как бы все места распределились, все чисто, красиво, там, фотки смотришь со сцены, все нормально. Поэтому, к сожалению, скажем так, в пролиге это имеет место быть. Почему? Потому что это коммерческая лига, да, то есть ее основали с целью зарабатывания денег. Очень часто соревнования там организуются так. Находится промотор какой-нибудь, который говорит, ребята, давайте организуем турнир и заработаем денег. А как? Давайте позовем какого-нибудь крупного спонсора, там, Sun, Optimum Nutrition или кого-то еще. Пусть они заплатят нам денег, мы их там сделаем главными спонсорами, огромный баннер повесим там на сцене их, и там везде вокруг, и проведем соревнования. Ну окей, хорошо, они находят этого спонсора, проводят соревнования, но спонсоры, естественно, есть спортсмены, которые у него на контракте находятся. И эти спонсоры наверняка говорят, что, ребята, ну мы вам выделили столько денег, чтобы вы это провели, давайте не забудем, будем про наших ребят, потому что им на Олимпии надо оказаться, там наша же реклама должна быть там на Олимпии, на их одежде, в которой они ходят. И все, и промоутеры зарабатывают деньги, спортсмены получают квалификацию, компании получают рекламу, и все как бы довольны. Недовольны только те, которые ребята готовились по полгода, туда приезжают и занимают места, которых они не должны занимать. Такое тоже, к сожалению, бывает. Но это на проли-сцене. Среди любителей, если брать турниры международные, такие как Arnold Classic, Европа, Мир, то там дела обстоят по-другому, там, ну, на мой взгляд, все честно проходит. Почему? Потому что, во-первых, сидит 8, по-моему, если не ошибаюсь, судей, включая главного судья. Каждый из этих судей имеет одинаковое, как бы, право голоса, одинаковое количество, скажем так, его голос имеет одинаковое значение по сравнению с всеми другими судьями. Судьи все из разных стран. Там сделано так, что две высшие и две низшие оценки не отбрасываются. То есть 8 судей проголосовало, мнение 4 судей не отбрасывается. То есть судьи, которые максимальное место атлету поставили, и минимальное, они откидываются. То есть вычисляется средняя оценка по этому каждому атлету от судей, это раз. Второе, если у какого-то судья идет разброс по атлетам больше, чем на 5 мест, то есть он ставит вообще все по-другому, не так, как конечный итоговый протокол, то такого судья потом не допускают к следующему участию. То есть если какой-то судья начинает продвигать своих атлетов, это будет видно, и его просто не допустят к соревнованиям. Потом, например, вышли все ребята на сцену, судьи написали записки, их отправляют
девушки, которая при судьях сидит, она вносит все это компьютеру, компьютер средние баллы высчитывает и создает эти call-out, так называемые, вызовы там, по пятеркам и по шестеркам. То есть это не судья решает, кого вызвать, да? Потому что, например, если какой-то судья хочет кого-то продвинуть, он их сразу в первый call-out начинает вызывать, чтобы все другие увидели, что он так считает, и подстраивались под него. То там такого нет, там судьи скидывают свои баллы, их забивают компьютер, и компьютер выводит call-out. То есть там уже никакой судья никого задвинуть не может или продвинуть вверх. Вот и все. То есть на турнирах Европа, Арнольд, Мир, судейство честное, объективное, и там как бы невозможно кого-то продвинуть, это просто невозможно. На про-турнирах сидит главный судья, который часто является либо промоутером, ну, не часто, но иногда такое бывает, но он всегда в связке с промоутером. Главный судья, потому что ему промоутер платит деньги. Он всегда в курсе всех течений, которые там проходят. И, например, он хочет кого-то продвинуть. Человек вообще там недостоин первого коллаута. Но если он его вызывает в первый коллаут, дело в том, что остальные судьи ниже, чем пятое место этому человеку уже дать не могут. Потому что он вышел в первом коллауте. А он мог быть и десятым. И все. Соответственно, они расставили по первому коллауту. Этот первый, этот второй, этот третий. Раз, следующий коллаут прошел. И изменить там уже ничего нельзя. То есть максимум, если ты был в первом коллауте, ты можешь там шестым, седьмым стать. И все. То есть ниже ты уже не опустишься никак. А если бы не было этого судьи, не было заинтересовано этого атлета, этот человек мог бы там и 20-м, и 25-м стать. Так вот, к сожалению, и происходит, да, Алексей, когда классные ребята не могут никуда пробиться, потому что там есть более заинтересованные люди, да, которые от спортсмены никак, скажем так, не тянут на более высокие места, но они, к сожалению, ими становятся. И это всегда очень-очень обидно, потому что, скажем так, кровью и потом добивается эта физическая форма, которую ты выставляешь, и ты потом понимаешь, что ты пахал там полгода, и ты там стал 12-й, 15-й, 16-й, хотя никак не должен им стать. Вот как это дело, как это вижу я и как это происходит, ну, на мой взгляд, может быть, я не прав, ты чем-то не объективен, но это как пока вижу я. Я тогда тебе еще один вопрос задам, как бы в продолжение темы. Интересна эта тема или нет? Вот. Смотри, ну вот ты рассказал про лигу, да, как там все это происходит, да. То есть, соответственно, если я правильно понял из вышесказанного, необходимо быть в движении, да, непосредственно в Америке, общаться с какими-то тренерами, судьями, то есть, чтобы тебя видели, постоянно замечали. Ты вот живешь в России, да, соответственно, спонсор Олимп, ну, если я не прав, то поправь, по-моему, польская компания, да. То есть тоже европейская, да, то есть, соответственно, какого-то особого влияния там в Америке она как бы вряд ли имеет, да, в отличие там... Не имеет, она там даже не представлена. Вот. Не думал ли ты поехать туда и вот как-то там вот пообщаться, зацепиться и именно развиваться? Либо для тебя, вот скажем так, твое развитие в Men's Physique это не приоритет, а приоритет все-таки то, чем ты занимаешься, а хобби, да, а приоритет то, чем ты занимаешься как бы по жизни. Да, такие мысли, безусловно, меня посещали, но я всегда задавался вопрос, что является для меня первостепенным, да, то есть является ли Men's Physique для меня главным в жизни. К сожалению, как бы мне этого не хотелось, но я не могу сделать его первым в жизни, все по той причине, что мои желания, скажем так, что я хочу иметь в жизни материального, они, скажем так, Men's Physique, к сожалению, не может их выполнить. Если бы я занимался хоккеем или чем-то еще, там, да, каким-то более популярным видом спорта, где там спортсменам хорошо деньги платят, либо контракты бы очень хорошие, спонсорские бы платили, я бы, может быть, сделал бы это первым делом в своей жизни. Но я просто понимаю, что, во-первых, я этим занимаюсь, потому что просто мне это нравится. Во-вторых, что не дай бог я получил какую-нибудь травму вообще, если этот спорт закончится. В-третьих, что это самое главное, это субъективный вид спорта. Да? Бодибилдинг, Men's Physique, неважно. То есть все дисциплины федерации бодибилдинга – это субъективные оценки. Да? То есть, ну, может быть, только фитнес, где выставляются баллы за сложность элементов. Это даже как бы, ну, по большому счету, спортом тяжело назвать, потому что спорт – это где оценивается одно из пяти физических качеств – быстрота, сила, выносливость, ловкость, гибкость. К сожалению, на сцене в бодибилдинге не оценивается ни одно из этих физических качеств. Получается, что оценивается нравится, не нравится, красивый, некрасивый. Я понимаю, что это все зависит просто… Я сделаю супер-пупер форму, да, там, или какой-то другой атлет, но он выйдет на сцену, и там судья скажет, да нет, что-то мне не нравится, да, ему скажут, да не, вроде неплохо, да не, мне не нравится. И все, этот спортсмен пролетел. Если бы там оценивалось, сколько он пожмет, там, я не знаю, присядет или потянет, там уже никуда не деться. Кто пожал больше всех, тот и выиграл, да. То в бодибилдинге это, к сожалению, не так. Это все очень субъективно. Многие спортсмены, они озабочены только медалями, только первыми местами и забывают про свою медийность. Вот, например, такой атлет, как Шелестов, да, один из наших российских успешных. Не знаю, всегда с Алексеем у них зарубы были, не всегда честные тоже, могу это признать. Вот. И
Он, к сожалению, себя никак не продвигал вообще, то есть он видео не снимал, ничего не показывал. И прихожу на SM Pro выставку в прошлом году была, стоит Шелестов, да, профессионал IFBB российский, единственный, кто там был профессионал IFBB из россиян. И стоят просто другие парни, которые засветились на Gifted, засветились там на каких-то своих каналах. К этим парням очереди, а к Шелестову там стоит 5-6 человек, и все. Почему? Потому что о нем никто не знает. Да, знают как бы люди, которые внутри этого находятся, спорт, они знают, что вау, Шелестов это профессионал. Они, конечно, к нему пошли. А так, молодое поколение, которое интернет смотрит, там информации о Шелестове практически никакой нет, но информации там о парнях, там, молодых, которые качают пресс, там, или они там выступают в физике или в классике, там, ну или что-то еще, у них больше, и они идут к этим парнями. Соответственно, и компании видят все это, им выгоднее найти какого-нибудь парня молодого, который просто узнаваем, да, который там снимается много или что-то показывает, и заплатить денег ему, и это не будет стоить очень дорого, но получить как бы рекламную аудиторию. Вот как бы сейчас, как эта машина работает, вот так. Я как бы с одного вопроса перешел на другой, но я думаю, в смысл я до вас донес. Ты рекламируешь довольно много спортивных товаров. Скажи, ты бы мог за хорошие деньги убеждать кого-либо в качестве заведомо плохого товара? Скажем так, ну откровенно что-то, да, знаешь, один раз была реклама, меня ребята попросили какое-то медикаментозное что-то, капли для глаз прорекламировать. И, ну, я думаю, ну ладно, там, вроде сертификат, все нормально, я прорекламировал, и тут мне люди начинают в комментариях писать, типа, не надо это делать, потому что, типа, этот препарат не проверен, и ты, как бы, на себя, то есть, принимаешь ответственность за то, что ты его рекламируешь. Я так подумал, что да, действительно, если, скажем так, откровенно что-то будет плохого качества, либо вообще вредящее здоровью, то, скорее всего, я это рекламировать не буду, потому что, действительно, потом, ну, люди ко мне, наверное, какое-то уважение потеряют и так далее. Что касается компании Спортпита, ну, знаешь, тяжело, наверное, сказать, что одна какая-то компания производит абсолютное как бы говно, да, то есть они производят то, что там вредит здоровью или что-то еще, да. Поэтому, если отвечать на вопрос, могу ли я рекламировать какую-то другую компанию, у которой качество может быть не такое хорошее, как, например, мои текущие спонсоры, теоретически могу, да. Ну, только по той причине, что эта продукция, она, ну, не вредит здоровью. То есть это просто тот же самый протеин, бета-аминокислоты, кислоты. Может быть, они производят не в Европе, а, например, там в России или что-то еще. Но если они заплатят денег, сколько меня устроит, да, то есть я говорю, как есть, я тут ничего не скрываю, то мне будет приятнее, и ради этого как бы я тоже в том числе и пошу в зале, и держу эти диеты и так далее. Ну, скажем так, тут просто по той причине, что выбирать особо не из чего, да. Мне не бывает там по 100 предложений в год, там, да, и ты просто стоишь пальцем, ковыряешь, там, ну, что-то там, MuscleTech выбрать или Optimum Nutrition, либо BSN, там, нет, такого нет. Но меня сейчас мои спонсоры устраивают. Что касается качества, я считаю, что это одно из лучших качеств вообще, реально. Потом, почему? Потому что, ну, даже, к примеру, возьмем, производится на территории Европы, из европейского сырья, производится на фармакологическом заводе. То есть компания производит фармацевтические препараты, там очень такого высокого качества. Если открыть любую коробку, то, во-первых, там лежит огроменная инструкция. Такая, как вот в любом, не знаю, вот вы аскорбинку покупаете, там вот такая инструкция. Фармакодинамика, фармакология, чего содержит и так далее. Здесь такая же инструкция, тут подробно написано, что это раз. Второе. Даже если взять витамины, либо любой другой препарат, то каждая таблетка будет в отдельном блистере, видите? Например, если покупать просто витамины, они всегда просто горой насыпаны в банке, да? У них такого не бывает. У них каждая таблетка находится в отдельном блистере. Почему? Потому что если взять витамины, открыть эту коробку и потрясти ее немножко, то произойдет нарушение целостности каждой таблетки, да? А при попадании кислорода, он окислитель является, эти витамины начинают разрушаться. А если там большой комплекс, там 20 витаминов, то есть витамины, которые там за пару-тройку недель, они полностью исчезнут, ну, потеряют свои свойства. Здесь же такое не произойдет. Ты не сможешь каждую витамину разбить, просто она отдельно, каждая в блистере. Вот такой вот у них подход. Я когда, ну, как бы это все увидел, посмотрел их фильм про их завод, там, пообщался с ребятами, которые это делают, и понял, что это офигительное качество. Я, ну, реально использую только их продукцию, и она мне очень-очень нравится. Ну, это не то, что я прям рекламирую их спонсор, потому что должен, а потому что ты такой вопрос задал. Поэтому сейчас я доволен своим спонсором, менять его не хочу. И качество я за него точно знаю, что, ну, вот БЦА их, да, это, мне кажется, очень популярный, потому что я кого-нибудь спрошу, многие пьют БЦА от Олимп. Потому что там дозировка очень хорошая, вкус хороший. Спасибо за вопрос. Да, давай тогда еще ближе к концу продолжим эту тему. Men's Physique, да? Физики же есть у нас, да? И кто хочет выступать. Смотри, получается так, допустим, мы все знаем в тяжелых категориях. Вот у нас в Минске есть Леша Шабуни, да? Угу. Там на Олимпии Кай Грин, Фил Хит, Деннис Вольф и все. Да, то есть какая-то определенная.
Когда мы берем Men's Physique, каждый год, каждый турнир, новый чемпион, там новая тройка, откуда эти люди берутся, и постоянная движуха. Нету, во-первых, каких-то, допустим, ну, в бодибилдинге и классическом бодибилдинге, да, то есть мы, по крайней мере, минимально видим какие-то критерии оценки, да, то есть объемы, сухость, рельефность, все остальное. В Men's Physique таких критериев почти нету, то есть поэтому можно там вообще, ну, не знаю, просто с зала парней брать. Почему так происходит? И есть ли вообще, вот реально, насколько ты знаешь, есть ли реально критерии Men's Physique вообще и в любителях, и в профессионалах? Значит, смотри, для начала Men's Physique очень молодая дисциплина, которая только третий год. Понятно, что с появлением этой дисциплины она была достаточно неустойчивой, то есть критерии оценки, требования к спортсменам и так далее. То есть это все меняется, и должно пройти какое-то время, прежде чем все это как бы устаканится, и критерии оценки действительно станут теми, которые будут в дальнейшем. Для примера, для того, чтобы получить прокарту профессионала по бодибилдингу, человек должен выиграть абсолютную категорию, например, на чемпионате США, ну, если вот Америку берем. Но на этом же чемпионате США проходит Men's Physique дисциплина, где есть 6 ростовых категорий, и люди, занявшие первые 2 места, получают карту профессионала. То есть получается, чтобы профессионалом по бодибилдингу стать, нужно абсолютку выиграть, да, то есть один человек получает. А в Men's Physique сразу получает 12 человек карту профессионала, да, то есть разница какая большая. Соответственно, каждый год появляется огромное количество новых интересных парней. А таких чемпионатов в Америке, там их, по-моему, 6 проводится, потому что они там делятся не только на чемпионат Америки, там чемпионат там, какой-то части Америки, юниор чемпионат, там еще какой-то, 5-10, их, в общем, где-то 6 или 7. То есть порядка 60-70 человек в Штатах каждый год карту профессионала получают. Поэтому новые ребята появляются, и получается, ты смотришь на одного человека, вроде неплохой, бас, на следующий год там другой чемпион стал, тоже интересный парень. Вот. Что касается критериев, критерии на самом деле они уже устоялись относительно, самые главные. Первое, что это пропорции, да, широкие плечи, узкая талия. Второе, это проработанность мышечных групп, то есть они должны быть округлые, такие сухие, наполненные. Третье, это пресс, вот реально оценивается тупо красота брюшного пресса. Четвертое, это, наверное, подача себя как спортсмена, то есть, например, у любителей есть там 4 основные позы, да, лицом, боком, спиной, другим боком и лицом. То есть стоишь, там прям прописано в правилах, это рука на поясе, это нога согнута, смотришь сюда, там улыбаешься, не улыбаешься. У профессионалов такого нет. У тебя выходишь, есть там примерно там, 10-15 секунд, делай все, что хочешь. Хоть там, блин, на голове ходить, то есть это не прописано. Ну понятно, если будешь ходить на голове, конечно, тебя ну, вниз поставят. Но можешь выходить и занимать любые позы, кроме билдерских. То есть нельзя подойти и, там, и двойной бицепс показать. Но становишься как хочешь, так, 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 так. Там меняешь позы, можешь там крутиться влево, потом вправо и так далее. Поэтому, когда смотрят на позирование атлетов, не понимают, блин, они все по-разному позируют и как их оценивают. Просто люди пытаются максимально выгодно себя показать через позирование. То есть преподнести именно вот этот 4-й пункт, который я назвал самопрезентацию. Они делают через позирование, потому что во втором раунде уже сравнение в линейке, там уже все, тоже только лицом и спиной, в отличие от любителей, где там 4 позы, у профессионалов только 2, лицом и спиной сравнивают и все. Поэтому критерии оценки я назвал, они просто, может быть, между собой как-то меняются, там когда-то пресс больше смотрят, когда-то больше смотрят на проработанность мышц, но примерно они в такой последовательности находятся. И что касается людей, это происходит еще раз потому, что очень много новых личностей появляются. Там у вас появился, например, такой парень, я его мистер Америка называю, я у него интервью брал, Франклин Логан. Симпатичный парень, то есть пропорционально красивый сложен. Он только получает карту профессионала, сразу едет на профессиональный турнир и сразу же на первом турнире второе место занимает. То есть для бодибилдинга это не, ну, невозможно, так что человек, который только карту профессионала получил, сразу на крупном про-турнире второе место занял. Там другой парень появился, он вообще на про-дебюте третьим, по-моему, стал на Нью-Йорк Про. Тоже как такое? В большом бодибилдинге там, 5 лет должен как минимум отстоять эту, скажем так, очередь, чтобы попасть на такой топ. В Men's Physique такое происходит, ну потому что новые личности появляются, они интересные, и, грубо говоря, из-за того, что тебе не надо массу 5 лет набирать, да, ты ее можешь за полгода, за год сделать, ну там относительно, вот и появляются новые лидеры. Тогда еще такой вопрос из этого всего. Лысый парень может стать в топе 6, например? Я думаю, что это значение имеет, потому что если посмотреть, то чемпионами афроамериканцы и лысые становились, да. Единственное, что могу я точно знать, это не везде говорится, у любителей, по поводу татуировок. Было собрание, там президент Европейской Федерации сказал, у ребят, которые есть татуировки, снижают баллы. Вот это, к сожалению, тут есть такая информация, поэтому у кого есть татуировки, к сожалению, Men's Physique это не проканает.
Ну и на России, кстати, сейчас такие же правила приняли. Я смотрел чемпионат России, парни, которые были в татуировке, их сразу задвинули вниз всех. А по поводу волос на голове, здесь в Арнольд Классик выигрывали, лысые парни были такие. Вон там вопросик еще. Асимметрия тела очень решает? Допустим, не у всех кубики там ровненько. Асимметрия именно брюшного пресса? Я думаю, что да, скажем так, не превалирует, что у меня они, например, тоже неровные, да, но мне как-то удалось выиграть. Поэтому пресс красивый, ну, в смысле, такой, как бы правильно сказать, глубокий, да, назовем это так. Глубокий, да, а именно, что кубики относительно друг друга, ну, скажем так, при прочих равных условиях, да, когда вот будут два одинаковых парня, но у одного просто пресс покрасивее, возможно, он выиграет, да. Но такое редко бывает, что прямо как братья-близнецы были. Вечно так у каждого спортсмена есть слабые стороны, есть сильные стороны. Вот. Поэтому, если ты переживаешь по поводу того, что у тебя пресс не очень ровный, я думаю, что это не самое главное, о чем нужно переживать. Потому что люди тоже понимают, судя, что, скажем так, форму строения мышц ты уже никак изменить, кроме как хирургическим путем, не можешь. Да? То есть, поэтому оценивается все-таки глубина, объем, пропорции, симметрии, над которыми ты именно можешь изменить и проработать. Вот. Так, ну давайте, раз пока я еще должен чего-то вещать, а вопросы у нас, ответы будут в следующем, давайте, может быть, я немножко о своей подготовке, как она у меня происходит, да, если интересна эта тема, как я вот тренируюсь, как питаюсь, там, что использую из спортпита. Моя подготовка, она достаточно короткая, она составляет примерно 3 месяца. Если у бодибилдеров они говорят, что мы находимся в межсезонье, то на самом деле они находятся в массонаборе. Если я говорю, что я в межсезонье нахожусь, это вот я сейчас в межсезонье, то есть я на полном отдыхе. Я сейчас там 3 раза в неделю тренируюсь, делаю только фулл-бади тренировки. Все знают, что такое фулл-бади тренировки? Это когда за одну тренировку прокачиваю все мышечные группы. То есть я вот беру там каждую мышцу и качаю там по 3-4 подхода. Это сейчас в межсезонье. И спортпита, вот БЦАшки только пью и все. То есть я полностью отдыхаюсь, чищусь, восстанавливаюсь, расслабляюсь, ем сладкое, мороженое, пью в меру молока. Там и так далее. То есть для того, чтобы мое тело отдохнуло и мозг в первую очередь тоже отдохнул. Вот от всего этого кошмара, который на сушке происходит. Дальше, когда 12 недель, то есть 3 месяца начинается до моего первого старта, я начинаю плавно подготовку. Я начинаю, соответственно, что-то там использовать, да. Я начинаю увеличивать прием углеводов, это бывает на массе. То есть я добираю до 450 грамм углеводов и примерно 200 грамм белка всего лишь. То есть 2 грамма белка на килограмм веса. И, соответственно, начинаю массу набирать. Масса набора у меня длится примерно 6 недель, то есть половину из всего этого. Когда 6 недель проходит, я начинаю сажусь на диету. Я сначала про диету расскажу. Вот. Как у меня происходит переход на диету, он, безусловно, плавный. То есть первую неделю я убираю все сладкое, все мучное, но углеводы у меня все равно там еще грамм 300 остаются. Это происходит первая неделя, я начинаю потихоньку увеличивать белок. Когда первая неделя проходит, там уже начинается сама сушка. На сушке у меня составляет 150 грамм углеводов, 70-90 грамм жиров и белок из расчета где-то 3-3,5 грамма на килограмм веса. То есть, ну, это в районе 300-350 грамм у меня выходит по моему весу. Я начинаю увеличивать кардио и меняю систему тренировок. Ну, про тренировки чуть позже расскажу. Вот. Дальше держу эти 150 грамм углеводов и примерно на третью неделю я начинаю включать загрузочные дни. Есть чит-дэй, а есть загрузочные дни, не путайте их. Чит-дэй — это когда ты полностью жрешь все, что попало, включая там магнолию, сладкое, жирное и так далее. А есть углеводный день, углеводная загрузка. Это я варю килограмм риса и в течение дня вот загрузочного я ем этот килограмм риса. То есть у меня получается 6 дней — это 150 грамм углеводов, 300 грамм белка примерно. И 7-й день — это я убираю белок, там 50 грамм примерно только оставляю, и ем вот этот килограмм риса, получается где-то 650-700 грамм углеводов у меня в течение дня. Вот. Для чего это происходит? То, что я тренируюсь в течение недели, очень делаю много кардио, у меня происходит как бы истощение гликогенных депо, да, мышц печени, мышц и в печени. Вот. И для того, чтобы уже организм не начинал ваши мышцы в качестве источника энергии использовать, я в этот 7-й день в углеводную загрузку загружаю свои депо этим самым гликогеном, то есть позволяю мышцам как бы наполниться. И на следующей неделе начинается все заново, и как бы организм опять использует глюкозу, жир в качестве источника энергии, но не трогает, как бы, ну, в минимальной пропорции трогает ваши мышцы. Вот. Когда дело подходит ближе к соревнованиям, там у меня уже начинаются, соответственно, манипуляции с водой, с солью, углеводами, белками, там, спортпитом и так далее, там, диуретиками. Вот. Примерно это выглядит следующим образом. Я рассказываю, как я здесь, не скрываю все свои секреты, скажем так. Если турнир, например, в субботу, то за 2 недели до турнира я плавно начинаю увеличивать
потребления воды и соли. Доходит до того, ну, примерно, мне нужно 6-7 литров выпивать, но я, правда, столько никогда не выпивал, но, в принципе, это правильно будет делать. То есть я начинаю за 2 недели, за 14 дней, и пью, увеличиваю воду до 6 литров, до среды, получается, да, то есть среда, четверг, пятница, суббота, 3 дня остается до выступления, ну, точнее, 2 целых дня. Увеличиваю воду, увеличиваю потребление соли. Диета все на том же уровне. Дальше. В понедельник я начинаю плавное снижение углеводов. То есть я до этого ел 150 грамм. Но получается, что в воскресенье у меня была загрузка. В понедельник я ем 150, во вторник 100. В среду 0 у меня. Может быть, еще во вторник и в среду 0. Два дня я ем. То есть безуглеводная яма. В четверг я начинаю загрузку и убираю полностью воду. Оставляю 500 миллиграмм и убираю соль полностью. Вот соль здесь очень важна. Я рассказываю, как я это делаю, не обязательно, что это на всех сработает, это как бы моя личная схема, которую я с годами пробовал на себе. Итак, то есть я в четверг убираю воду, убираю соль, и у меня получается вторник, среда безуглеводка. Дальше в четверг у меня начинается загрузка углеводная. В первый день, то есть в четверг, я делаю загрузку только длинными углеводами, это белый рис, и плюс немного добавляю кураги туда, потому что она много калия содержит, она позволяет соль выгонять из организма. В пятницу у меня уже загрузка короткими углеводами идет. То есть я начинаю прям в буквальном смысле сахарный сироп пить, сахар. Либо нахожу какие-то пирожные и просто сахарным сиропом их заливаю и вот пью. Просто вот реально сладкое. И ну, максимум 500 мл воды, может быть 300. И из-за того, что у меня было сильное истощение перед этим, мои мышцы они реально начинают наполняться. Все мы знаем, что сахар, он как бы глюкозу задерживает воду, притягивает. Но так как организм, мои почки активно работают на выведение воды, да, потому что до этого я много воды пил и соли, а сейчас ее убрал, а процесс еще продолжается, выведение воды из организма. Плюс безуглеводка, они позволяют насытить именно глюкозу, идет внутрь мышц, и она начинает впитывать в себя воду. А так как, скажем так, воды в организме уже становится мало, она начинает из межмышечного пространства ее впитывать и начинает из-под кожи ее впитывать. Получается, что кожа становится тонкая такая, мышцы становятся объемные и рельефные, и наполненные. Вот. И, соответственно, в субботу я уже много не ем, я ем там каждые полчаса по одной зефирине примерно, либо что-то, какой-то сладкий сироп выпиваю. И, соответственно, выхожу на соревнования. Это что касается моей диеты. По спортпиту там примерно все то же самое. То есть я все использую, но в четверг, в пятницу я уже белок полностью убираю как бы из питания и из спортпита. Вот. Вот так вот выглядит моя подводка именно с точки зрения питания. По тренировкам. Значит, скажем так, не знаю, откуда начать. С теории или сразу с практики. Существуют разные методики, да, то есть разные теории вообще на мышечный рост. Да. Есть там теория разрушения мышечных волокон, есть теория профессора Силуанова, остеодинамическая, да, может быть, слышали. Вот. Он рекомендует делать циклы, вот как и Стас Линдавер, 3 цикла за 3 недели. Первый цикл – это силовой, второй – это статодинамический, третий – восстанавливающий. Я как бы делаю все то же самое, только у меня циклы не по неделе, а циклы по месяцу примерно. Делаю 30 секунд. Выполняю упражнения, потом 30 секунд отдых. 30 секунд выполняю, 30 секунд отдых. И делаю так 7 как бы, повторов. Это получается один подход. Таких я подходов делаю 4-5. Вес получается там где-то 40-50% от рабочего. Реально, потому что если еще первые 2 повтора ну, как бы, по 30 секунд легко делать, то последний, который уже 6-7 по 30 секунд, ну, реально мышца уже сильно закисляется. Вот. И уже выполнить их невозможно. Но по теории, то есть нужно их выполнить. Соответственно, вес подбирается таким образом. То есть он небольшой достаточно. Я заметил, что именно в этот момент максимальный прогресс у меня происходит. Вот, то есть это уже происходит как раз, когда я перехожу от силовой к статодинамической тренировке. И это как раз происходит с изменением питания моего. Да? То есть на силовом тренинге у меня много углеводов, такое среднее количество жиров. Вот, то на статодинамике углеводов у меня уже мало. Жиры я немножко поднимаю и белок я тоже поднимаю. Вот. Потом, соответственно, цикл это предсоревновательный, да, когда я уже максимально увеличу кардио, там по часу его делаю. Вот. Что касается да, самих тренировок, то я тренируюсь 12 раз получается в неделю, ну, 11-12. Ну, почему так больше, чем 7 дней? Потому что я разделяю тренировки кардио и силовые. Я купил домой велотренажер, с утра я делаю кардио на голодный желудок, только БЦАшки пью. Потом, соответственно, днем или вечером иду в тренажерный зал и делаю силовую тренировку. Я тренируюсь как бы по классической схеме, то есть сплита, когда каждая мышца тренируется в отдельный день. Ну, иногда только с большими мышечными группами прорабатываю маленькие. То есть со спиной трицепс, например, с плечами бицепс прорабатываю. Ноги всегда делаю отдельно.
То есть у меня два раза в неделю ноги получается, и все остальные мышцы по одному раз в неделю. Когда уже становится совсем тяжело, когда углеводов мало, я делаю 5 силовых тренировок в неделю, то есть ноги убираю второй раз, я оставляю только один раз ноги, и все остальные мышцы тоже по одной раз. Но оставляю 6 раз кардио в неделю. Я причем заметил, что если я делаю 45 минут, то все нормально. Если я увеличиваю до часа, я начинаю реально сыпаться. То есть у меня мышечная масса начинает уходить, и почему-то начинаю очень плохо чувствовать. И меня наоборот начинает водой заливать почему-то. Может быть, как бы слишком сильные разрушения идут мышечных волокон, и воспалительная реакция, и как следствие задержка воды. Поэтому увеличивать до часа я только на самой крайней неделе, когда уже просто убиваю себя в упорочь. Вот. Итак, то есть силовой цикл, статодинамический цикл и предсоревновательный цикл. То есть я там уже просто делаю круговые тренировки вот за последнюю неделю перед стартом. Просто вот все по кругу делаю, просто ну, как для того, чтобы максимально сжечь всю глюкозу, то есть весь гликоген, который находится в моем организме. Все, потом, соответственно, соревнования и потом фаза восстановительной тренировок. То есть я делаю, вот как сейчас, такие full body, круговые тренировки, уже тоже веса примерно 60-70%, не делаю с как бы чрезмерным усилием, то есть я дошел и чувствую, что один раз и все, и больше не могу, я останавливаюсь. Это для того, чтобы организм восстановился, насытился, ну и в принципе тоже мышечная масса, так как уже питание не ограничено, я, как бы она начинает быстро переть вверх. Это вот что касается моих тренировок, питания. Из спортпита, что я использую, первый самый главный продукт это безусловно БЦА, да, аминокислоты. Они, и вот я заметил, действительно номер один продукт, который на мне и на всех других работает. Для чего я его использую? В первую очередь для восстановления организма. То есть момент, когда особенно диета идет, когда катаболические процессы начинают, скажем так, увеличиваться в своем объеме, катаболизм напоминает разрушение, да, а вследствие, когда низкая углеводка, у нас количество калорий, которые мы потребляем, оно ниже, чем количество, которых мы тратим. Организм для того, чтобы восполнить дефицит, начинает включать как бы внутренние процессы, да, сначала это глюкоза, гликоген идет, потом, соответственно, если правильная диета, то есть он приходит в липолиз, начинает жиры больше использовать. Если неправильно, то он начинает ваши аминокислоты мышцы. Процесс глюконеогенез называется, использовать. Вот. Соответственно, я пытаюсь избежать этого приемами БЦА. БЦА я выпиваю до 30 грамм в день, но не разово. То есть я в течение дня всего пью, и основная порция, примерно 15 грамм, приходится на саму тренировку. То есть во время всей тренировки я вот эти 15 грамм в течение там, 2 часов, которых я тренируюсь, я постоянно пью, потому что эти аминокислоты, они очень быстро абсорбируются, то есть попадают в желудок, они очень быстро попадают потом в кровоток и в мышцы ваши, и как бы быстро вас восстанавливают. Вот. На втором месте это, наверное, протеин, безусловно, сывороточный изолят или гидролизат. Я использую его сразу же после тренировки, но у моего спонсора он есть сейчас не в порошке, а в таблетках. Дело в том, что если взять там гидролизат там 100%, то на вкус он полный ужас, то есть это как вот куриную грудку перемолоть в миксере и выпить ее, попробовать, не очень вкусно. Мои спонсоры сейчас сделали такие, как бы, этот гидролизат, но в виде таблеток. То есть их не надо разбавлять с водой, просто пьешь их и запиваешь. И, в принципе, так удобнее гораздо. Вот. Поэтому на втором месте протеин, на третьем месте, ну, наверное, B-Tribulus я взял, вот, бустеры тестостерона. Я их реально использую, они хорошо работают, на мне чувствую. Но, правда, почему-то такое ощущение, что их сейчас запретили, потому что трибулуса в магазинах нет. Мне только там из Германии удалось притащить пару упаковок. Вот. На четвертом месте, наверное, что бы я взял? Ну, витамины обычные, ну и на пятом месте жиросжигатель, потому что в стадии сушки я, безусловно, использую жиросжигатели, причем я стараюсь использовать именно термодженики, мне они больше нравятся. Если по тропике есть термодженики, они поднимают немножко температуру тела, разгоняют ваш метаболизм. То есть я чувствую, что они работают, единственное, что потом, конечно, по ночам иногда тяжело засыпать, поэтому приходится какую-то валерьянку пить, чтобы ночью заснуть и чувствовать себя лучше, чтобы выспаться. Вот так я вам рассказал примерно о своей тренировке, как я использую, о питании своем и о спортпите, что я использую.